Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы выполним задание по русской литературе для 5 класса из учебника «Коровиной». Раздел из русской литературы 19 века. Афанасий Афанасьевич Фет. «Весенний дождь». Рубрика «Размышляем о прочитанном». Второй вопрос. Какое настроение передает поэт читателю? Ответим. Поэт передает читателю радостное настроение от предвкушения весеннего ливня. Что подтверждает использование таких выражений? Солнце блещет, в золотой пыли, брызнули в стекло, душистым медом, по листьям барабанит. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале. А если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте их в комментариях под видео. Спасибо за внимание!